Конец года – время подведения итогов. На последнем в этом году оперативном совещании администрации города отметили лучших. Сегодня у нас есть приказ министра транспорта о награждении ряда сотрудников и администрации, и транспортных предприятий, которые, значит, проделали огромную работу в период подготовки к празднику и проведения праздника. Благодарственные письма от имени министра транспорта получили несколько сотрудников администрации городского поселения Сергиев Посад. В преддверии профессионального праздника наградили спасателей. Поисково-спасательный отряд номер 13 всегда приходит на помощь сергиево-посадцам, оказавшимся в беде. Начальник поисково-спасательного отряда номер 13 Королев Александр Викторович. Поздравляю с праздником. Это вот художники Сергиев Посада, где вы спасаете людей. За достойное представление города Сергиев Посад на международном кинофестивале «Золотой Витязь» наградили театр-студию «Театральный ковчег». 5 декабря 2014 года в храме Христа Спасителя были подведены итоги 12-го международного театрального форума «Золотой Витязь». В нем приняли участие более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья и театры из 50 больших и малых городов России. В этом форуме принял участие и наш Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег». И получили диплом победителя, золотой диплом победителя за хорошо, глубоко открытую тему «Проблемы ветеранов в Великой Отечественной войне». Спектакль «Последний из ветеранов». На прошедшем совещании также были оглашены итоги проведенного администрацией конкурса на лучшее новогоднее оформление витрин магазинов и зданий. Среди победителей были названы магазины «Три сезона», «Колониальные товары», «Донна», торговый центр «Времена года» и дворец культуры имени Гагарина. В завершении оперативного совещания были подведены итоги подготовки к новогодним праздникам. Празднование Нового года пройдет на нескольких площадках города, одна из которых – парк «Скидские пруды». Праздник у нас начинается в субботу, будет спортивное мероприятие. И 30 числа у нас будет детский праздник. 6 числа праздник, поэтому всех приглашаем. К новогодним праздникам в Сергиевом Посаде уже нарядили 24 ели. На днях запланирована заливка 3 катков. Татьяна Сташенко, Евгений Половинкин, День города.